Куда же нас в итоге занесло? Это так выглядят те самые небеса, указанные нам. Мир высших богов? Или кто они тут? So this is where they sent me. This can only be the deserts of Thar. How will I find the gate? This place is said to be infinite. Yet she will find it. And she will face Mahabalasura. And she will overcome him. He's full of tricks, that one. I believe he has a deeper strategy. Raji must be careful, but she must also be swift. Да я не против. Дайте мне еще одно орудие, пожалуйста. Я уверен, оно тут должно быть. Как-то уж тут слишком тихо и спокойно. Что крайне заставляет немножко напрячься. There, in the far distance. That is the gate. I'm sure of it. I need not have worried. These mystics know what they're about. Indeed, there they lie. The gates to Devbhumi. Я, конечно, не против туда сейчас переместиться, но единственное, что я хочу узнать, а не скрыто ли тут что-нибудь, то, что мы можем взять, дабы себя усилить. Видимо, нет. Обидно. Могли бы здесь хотя бы еще одну какую-нибудь сферку спрятать. Нам бы она лишняя, ну, никак не была. Ну, нет и нет. Ну, раз мы девочка, давай пойдем направо. This is so strange. I have walked here before. Have I not? What is this place? Why does it feel so familiar? Наверняка ты тут уже была, но только в прошлой жизни, как я и предполагал. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, нет. Так, очередная. Вот это вот. Но тут нет того, чего я хотел бы, что тут было. Опять же. Так. One last blessing, my child, before you face your foe in battle. War is my domain, and you are now no stranger to it. But may my words strengthen your bones, may they armor your skin, and grant might to your limbs. And know that I am proud, for your heart is already as strong as can be. Понял, принял. Спасибо за такие хорошие слова. Лишь бы они только воплотились в реальность.
тогда цены бы им не было. Так, и куда теперь? Понял, принял. Так, тут по-прежнему где-то там за углом ничего у нас не скрывается. А даже если есть, ну, если пропущу, невелика потеря. Ведь мы с тобой уже движемся к исходу всего этого противостояния. Где же ты, упырь? Я вытащу тебя на этот свет. Дабы ты предстал передо мной. Stable in an infinite desert. At its base a shining tree. I have seen all this before. Somehow it feels like a part of me. It is all. Thank you, Lord Vishnu. You grant a gift of most celestial power. Mahabalasura is no weakling. Let us hope it will be enough. Да ладно. Неужели таки новое орудие против всяческих божеств? Любопытно. Я бы сказал, даже необычно, как любопытно. Вау. То есть, куда мы его направим, туда оно и летит и атакует, я правильно понимаю? Тихо, вот это стоящая вещь. Надо сейчас только с ней освоиться, как оно работает. И боюсь, теперь нам вряд ли кто-то что-то может сделать. Тихо. Давай, поднимайся. Не застревай в невидимых стенах. Так, как ты работаешь? Так, правая ничего не могу. От слова вовсе. Так. Сударшана чакра. Сударшана чакра. Божественный диск. Оружие, которое находится в постоянном движении, подчиняется воле владельца. Если его сердце чисто, сударшана чакра станет продолжением его воли. Если в сердце живет скверна, она уничтожит его. Вау. Ультимативное орудие, замещающие с собой все ранее нами найденные. Понял. Вот это, конечно, да. А можно хотя бы на ком-то потренироваться, дабы убедиться в том, как оно работает? Потому что с таким оружием, которое еще не испытано, сразу идти против босса,
Thank you, Lord Vishnu. She wields the chakra as one born to it. The chakra is bound to the heart of its wielder. If your heart is pure, it will act as an extension of your will. If your heart is corrupt, it will destroy you. А ну-ка. Да ладно. Всего лишь как каким-то одним вот этим вот. Вау. Правда, жалко, что теперь у меня щита нету, к которому я как бы уже привык. У нас только одна единственная им атака. Больше ничего нет. Ни дополнительной, ни усиленной. Ну, даже не знаю, если честно. Как на это реагировать? Ну, выбора у меня нет. Другое взять, к сожалению, нельзя. Что, демоны, вы все еще хотите меня остановить или все же сбежите, пока можете? Ну, мое дело предупредить. Спасибо. Так, напоследок здесь в угол нам что-то засунули. Разумеется, нет. Ой-ой-ой-ой. Ну давай, выходи. Finally, Raji faced Mahabalasura, and he revealed the extent of his power. She must call upon everything that she had learned to defeat him. Stop you! It's my time. Be gone.
me could kill me, nor can you. You have tasted my power. You know I can hurt you. Why do you persist? Give up this fight, for I will not. Ты упорный. Ох ты ж твою налево. Типа найди настоящего, да? Her enemy had copied himself. Mahabalasura was on every side. Raji could not see the truth, that this was just a diversion. Mahabalasura had escaped Raji and stood at the gates, reciting the mantra. But why? And then, another voice took up the chant. Golu. It was too late. Although Raji still fought, the gates to the Dev Heavens now stood open. Mahabalasura's design had come to pass, and Golu had been the key. Now what horror would be unleashed on the world?
Благодарю вас, разработчики. Это было великолепно.